вот такого добра мне оставил сын Сергея. Вот. И при моем присутствии на моих глазах сломал вот этот вот телефон, потому что мы его не смогли починить. Вот. Но это, конечно, требует усидчивости. Первым делом мы, конечно, оторвали этот. Потому что в четыре руки это все чинили. Вот. Ну я. Да, я не успел даже закричать, что опомнится, что куплю. Обычно действуют на людей, которые собираются или выкинуть, или что-нибудь сделать плохое технике. Кричишь, куплю, а потом, ну, там, может, даже дарят, как вот в этом случае. Все подарили, ну, конечно, это чудо уже не восстановить. Вот, а всего-то надо было его перешить. Но надо было, чтобы перешить, шнурок нужен был. Шнурка не было, шнурок нужно было покупать, и поэтому это было долго, и надо было на это все тратиться. Я не знаю, как, для меня это вообще шок, на моих глазах поломалось. Ну, это я подробно еще на сайте опишу, как это все для меня в моем сознании выглядит. Вот такая-то беда. Не знаю, и счастье, и беда. Смех, сквозь слезы, трам-трам-трам. Пота-пота. Почти нуля. Какая шляпа. С дыркой посередине. Это с собаком. Так, надо вообще сначала. Я уже не пролазил под ней. И даже гуськом. Так. Ну там прикольно тоже. Надо снять будет поближе. Ну это вообще. Вот. Ну так вот. Лопата в помощь. Разгребать сначала надо, но проход. Ha 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 ha
В общем, вот так вот плесенью все покрылось. Центровище. Там дырище. Ёпересетище. Сначала надо все оттуда выковыривать, в мусор доставать. А потом уже, ну, по весу оно где-то килограмм. По-моему, даже потяжелело. Самое главное, чтобы там остались съемочки. Но, ну, по толщине ничего себе. Вот сейчас выковыриваю оттуда всякие, ну, вот мягкие части, а по толщине, ну, шкура толстая где-то, ну, вот, вот так вот. Так, ну, семечки я уже вижу, там есть, вот они, короче, вот там вот семечки. Есть, есть, есть. Самое главное. Не самое главное съесть, главное семечки есть. Получилось вот кастрюля с одной только крышки, верхушки, а внутри еще толстущая, толстущая, блин. Я не знаю, если мне кастрюли где-то на дня 3 хватает, это 4, вот, то съесть тыкву мне месяца полтора, то есть, не, месяц, месяц мне хавать ее. Куда ее девать?